Ёлопал. У меня вообще, я спрыгал с парашюта, у меня 24 прыжка, но ощущения совершенно разные. Да. Там просто, да, тут совершенно по-другому. О, как. А на какую высоту вы поднимаетесь? 2500. Ага. Понятно. А вот стартовались какой? То есть метров 300 мы поднимаем, да? Ага. То есть возвышение 300 метров. О, я понимаю. Нет. Ну понятно, да. Это долго. Вы каждый день летаете, да? Да. Какой ветер красивый. Барашка. Ага. Я вообще как опарыши похожи такие. А ветер всегда такой наверху сильный, да? По-разному бывает. Если очень слабый, то мы не летим, здесь мы летим вниз сразу. Ну там, да. Машины подбираются. Ну, да. То есть для полета вверх нужен ветер. Ну понятно, да. Давно занимаетесь суперов, да? 14. Это основная работа ваша, да? Официально устройство устраивается. Не, ну понятно, да. То есть, а вы компания российская, да? Куда она получает? Не, вообще здесь, но потом еще купить. А, понятно, да. Сам здесь. А, с Крыма, да? У нас в Крыму было два объекта, вот мы тут работали в 14-м, 15-м году. Мы в Севастополе. Мы президентское кадетское училище строили. Строительная компания? А, нет, я инженерными системами занимаюсь. Ну там электричество, провода, то есть Wi-Fi, интернет, ну все. Все с инженерией всей занимаюсь вот этим. Видеонаблюдение, охранная сигнализация, ну все прочее вот эти. Да, да, да. Электроника есть, плюс силовая часть, там, включая подстанции и все прочее. Да, все начинка дома. Да, да, да. Все, что надо. Поэтому.
мы, короче, мы вышли.